Сколько? А скажите, вот свободный спарринг, задача свободного спарринга в чем состоит? Сейчас вам расскажу, за
исключение последнее. Вы знаете, кто это такой вот сидит вот здесь? Кто? Кто? Это Мурзилка. Мурзилка, да. Вот этому Мурзилке 96 лет. Да. А несмотря на свой почтенный возраст, 6 лет назад он впервые познакомился с дзюдо. Да. И он тот пример, который, в принципе, для вас может стать ориентиром. Что дзюдо можно заниматься в любом возрасте. Главное понять то, что означает дзюдо. Попытаться разобраться. И не ограничивать себя только лишь каким-то одним аспектом в области дзюдо. Сегодня большинство из вас понимают дзюдо как вид спорта, как олимпийский вид спорта. И если вдруг у кого-то не получится пойти вот по этому пути олимпийского вида спорта, многие потом подумают, ну зачем тогда заниматься дзюдо, если я не попал в сборную России и не еду на олимпийские игры. А если вы посмотрите более широко, о чем мы говорим, дзюдо, путь, он же не заканчивается вот здесь, он же идет вперед. Тогда возможности для изучения дзюдо, дзюдзюцу у вас будут на всю жизнь. И вы сможете все-все-все пристраивать именно к пониманию дзюдо. Вы станете дружными, уважительными, умеющими контролировать себя, честными, вежливыми, искренними, скромными, храбрыми. И в завершение вот мы вам привезли вместе с Мурзилкой журнал «Мурзилка». И сейчас мы вам их подарим, а я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы уделили внимание нашей беседе, немножко философской, немножко смешной, немножко трудной, может быть, для вас. Хочу поблагодарить всех взрослых учителей за то, что вы, несмотря на то, что это сложно, но все-таки какую-то часть своих учеников смогли убедить, что иногда послушать – это полезно. Вот. Вам большое спасибо, Александр, за то, что вы дали мне возможность поговорить. И мы вручаем. Давайте. Я немножко был обескуражен, когда мало поднялось рук на том, кто делает эту перезарядку. Ну, честно говоря, это, наверное, вы забыли, наверное, что вы делаете, и постеснялись понять толку. Я даже не понимаю, как можно в таком возрасте не делать эту перезарядку. Как можно не помогать маме утром? Как можно не следить за своим кимоно? Дзюдо всегда самостоятельный человек, который все делает сам. И, честно говоря, мне было даже как-то немножко стыдно перед Романом Георгиевичем, когда некоторые на такие вопросы. Ну, я надеюсь, что было стыдно, и вы просто не поднимали руки, потому что, как-то стеснялись. Они честные, да. Да. Значит, ребята, вот сейчас поэтому подойдите из рук Романа Юрьевича, вы получите эти журналы «Мурзилка». Значит, как он говорил, в этих журналах отражена какая-то жизнь вот этого маленького человечка. Этот маленький человечек даже в нашем старшем тренера, наверное, рассказывает про этого человечка. Он был в нашей жизни постоянно, получали журналы, читали, и была очень жизнь насыщенная вместе с ним. Вот сейчас редакция обратилась к дзюдо для того, чтобы немножко вам больше рассказать, вам было интереснее жить. Пожалуйста, подойдите из рук Романа Юрьевича, получите каждый по такому журналу. А потом мы сделаем общую фотографию. И общую фотографию обязательно сделаем. Спасибо.
не разбегайтесь, мы сделаем общую фотографию. Да, да. И сейчас, кто получил, пожалуйста, в желтую зону сюда, знаете, мы сейчас сделаем общее фото. Сейчас я маленькое объявление делаю. Мы завтра проводим соревнования. Ну, такие мероприятия, соревнования. В клубе нужно быть на взвешивании в 11 часов. А паспорт нельзя. Григорий Маратович, что вы же? В 11 часов нужно быть на взвешивании, соревнования начнутся в 12 часов. Да, ты что, настесняешься? Возьмешь меня? Два возьмешь. Пожалуйста. Тренера, постройте, ребята. Кто еще будет с мурзилкой фотографировать? Сергей Сергеевич. Так, Серёж, вы тоже становитесь. Чего? Становитесь тоже. Становитесь. Надо с нас родиться. Я подумал, потому что мало специалистов, которые именно об этом говорят. Это как процесс воспитания тоже. В Японии это культура, во Франции это культура. Ну, или в Дубае. Давай, можешь смотреть сюда. Каким образом нужно? Так, Поближе, подходы, методы тренировки. Я поэтому и говорю, есть и свет, когда мы знаем, что маленькие, лучшие игроки. Это постарше, там где-то уже можно играть. А когда это уже возрастное, надо давать время приоритеты. Для чего все-таки, да, какое-то упражнение начинать. И тогда понимание. То есть сегодня нужно находить новые методы. Я об этом говорил Кант. И он поэтому и разрабатывал методику для такого. То есть он как бы все охватывает. Григорий Маратович, да. А можно мне потом вот сюда тоже сделать? Давай.
Давайте отдыхать. Да, я уже Давай. Ты куда? Я? Сама. Сейчас, давайте. Thank you.
пожалуйста, и я так. Спасибо тебе.